Так, натяжной ролик дизельного двигателя D4EA Hyundai-ско. Так, значит, здесь сверху, можно сказать, уже болт у него с обычной резьбой. С обычной, я уж не знаю, как назвать, извиняюсь. Так. Вот этим непосредственным механизмом. Тут шестигранник на 5. Шестигранник. Вот этим механизмом регулируется степень натяжения ремня ГРМ. Вот со слов мастера степень натяжения должна была быть вот эта штучка, скажем так. Должна была быть где-то вот в таком положении. И вот это было бы правильная степень натяжения. У меня было вот так. Это привело к пробуксовке ремня ГРМ, и он перескочил. Должно быть вот так. Если кто будет регулировать, возьмите себе на заметку. Возможно, кому пригодится. Стоимость этого ролика около 2000 с лишним рублей в Уфе. Вот его устройство. Ой. Вот его оборотная сторона, как устроена. Здесь пружина, подшипник. Так. Извиняюсь за условия съемки, не самые идеальные. Ну все, в принципе, вот так.